А в городе Могилев состоялся международный фестиваль духовной музыки «Магунты Божа». О ярком празднике расскажут наши белорусские корреспонденты. 20-й международный фестиваль духовной музыки «Магунты Божа» прошел в культурной столице Беларуси и стран Содружества Могилеве. Я не вижу ваши руки, а вот подвижка. Международного фестиваля духовной музыки «Магутный Божа» был открыт концертом белорусской христианской исполнительницы Миры Баганевой при участии группы прославления Церкви Святой Троицы города Могилева. Сцена разместилась на центральной открытой концертной площадке города. Выступление собрало на Звездной площади немало зрителей. В Могилев приехали делиться благой вестью через свое творчество лидеры музыкальных служений из Украины, Италии, Литвы, Израиля, Нигерии, США и других стран. Могилевчане и гости города активно посещали все концерты протестантских исполнителей, горячо поддерживали выступающих. Мира Баганева, Милана, МС Вэл, Израиль Ройтман, Христина Тарлев, Кристина Осельски, группа «Кристус Полипимас», группа «Синач» стали поистине большим благословением для белорусского народа. Особое воодушевление и Божие присутствие жители города переживали на концерте «Небеса», который прошел в рамках фестиваля при совместном участии всех протестантских исполнителей.